Привет вас на канале Asmo Deplay. Мы продолжаем играть Готика 3. Так, загружаем. Где у нас? 9 число. Ну вот это. Что-то у меня на это, да? Все время выпадает. Ладно, смотрим. Я специально тормознул рядом с камнем. Телепортационным. Чтобы знали, где он находится, мало ли. Потому что всегда камень один находится где-то рядом с городом. И я его нашел. Вот он, камень. Телепортация. Так, а что у меня? Почему-то жизни. О. Так, ладно. Одного охранника я куда-то на убой утащил, его там убили. Кстати, неплохо против всяких монстров отправлять, пусть они хреначатся там. Так, идем. Правая рука. А нет. Ты мне не нужен. Элитный наемник. Левая рука. Короче, руки одни. Вот где-то тут орк-кузнец был. Так. Ну был же. Правда, разбрелись они. Наемник. Так, довольно стыдно сражаться за горсть барахла. Почему ты не сражаешься на другой арене? Не будь таким наглым, Мора. Если б я мог, я бы уже давно ушел отсюда. Что значит барахла? На этой арене ты сражаешься только за артефакты, Мора. Ничего достойного. Просто старый хлам из давно забытых времен. Ничего достойного, если ты меня спрашиваешь. Да что же такого? Что нужно, чтобы вернуть твою честь? Я слышал о безбожнике, который посягнул на одну из наших шахт. Один наемник-отщепенец по имени Иван. Смерть всем предателям. Иван! Он охранял, обокрал. Только этого нам еще не доставало. Ты гордый и сильный воин, чужестранец. Ты пришел, чтобы снискать на арене славы. Да. Почему ты сражаешься на арене? Многие делают это, завоевать уважение орков. В любом случае, это делает условия жизни лучше, если ты понимаешь, о чем я. Так, понятно. Ну, хозяин арены... Так, кулак, это кто? Ты выглядишь сильным, Мора. Как насчет небольшого сражения на моей арене? Хорошо. Позволь мне сражаться. Поднимайся на арену. Димитар будет твоим противником. Не доставало. Если бы это было так. Димитар. Иди сюда. Так. И все остальное соберем. Следующий. Ты куда ушел? Конечно, почему нет? Ты хорошо сражался. Ты хотел меня... Мне нужен хороший соперник. Отлично. Мы еще Гемба поговорим. Будет ждать тебя на арене. Сражайтесь. Так, ладно. Гембок. Ну, покажи, чего ты станешь. Вау. Кстати, хороший, да? Ну, кстати, неплохо, неплохо. Так, это я у тебя пока заберу. Зачем он тебе нужен? Кулак, давай кулака теперь. Но кулак все еще чемпион. Кто твой лучший воин?
Кулак — непобедимый мастер в Гельдерне. Давай, я хочу драться с Кулаком. Ну хорошо, а теперь... Вот он-то мне тут действительно может пойти наковылять, да? Ну покажи, чего ты стоишь. Ни хрена, я только вошел. Никаких глупых. Я уверен, что у тебя... Не мешай мне. Так. Здесь мы уже завоевали. Ты чертовски хороший воин. Ты не хотел бы поработать на меня? Я должен работать на тебя? Я бы и сам уладил это. Но вопрос несколько щепетилен. Мирза, этот надменный идиот, постоянно издевается надо мной. Каждый раз, когда у него большой груз, он сваливает свой мусор прямо перед моей ареной. Понятно. Я бы с удовольствием преподал ему урок. Почему ты сам с этим не разберешься? Или вы, орки, уже не хозяева города? С тех пор, как мы, орки, заключили союз с народом пустыни, кое-что изменилось. Я не могу просто пойти и набить морду ассасину. Ты Морра. У вас это по-другому. Я позабочусь о... Хорошо. Только не убивай его. Понятно. Хорошо, ты лучше. Так. Так. Ива. И все-таки мне очень и очень не нравится. Иван. Так, тут должна быть шахта, ага. Так. Раб. Твою мать, здесь что происходит? Так, ну-ка, особенно усердный раб. Ты действительно думаешь? Я могу сказать тебе об этом раньше. Можно подумать, блин, у меня без этого проблем мало. Некоторые проблемы решаются сами собой. Блин, это твою мать, это что за катакомба? Золотая жила, золотая. Так, минутку. Будь осторожней с тем, что говоришь. Да знаю, я знаю. Во. Огненный кубок, вот что я искал. Лопата. Меч, конечно, я не могу взять. Ладно. Пещера, я как понимаю, где Иван, это вот где ассасин. Он, наверное, Иван. Случайно набрел. Так, ладно. Здесь у нас что? Тут у нас кто? Хамиль. Это как хамиль ассасин, нет? Интересуешься редкими артефактами, чужак? Меня зовут Хамил. Могу предложить тебе самые лучшие артефакты.
Промышляешь торговлей в квартале рабов? Каждый крутится. Такова моя судьба. И все-таки мой товар самого лучшего качества. Ну, давай посмотрим. А где ты берешь артефакт? Да, так. То там. Понятно. Что-нибудь нет-нет, да и перепадает мне в этой дыре. Значит, воруешь у орков. Ну, воруешь это. Ведь мы люди. Люди должны держаться вместе. Покажи ассортимент. Защита от холода. Ну вот это, если только мне взять. Баланс, сделка, карта мира. Закрыть. Некоторые вещи никогда не изменятся. Так, нету никого. Нам только этого еще не хватало. Где тут? О. Лучше всего. Да хватит это делать. Так, мне их куда-то надо будет увезти, да? Да, у нас тут большая проблема. Послушал бы моего совета. Так, тут рабы, наверное, спят. Тут тоже кто-то валяться будет потом. Ладно. Вот он, ассасин. Добро пожаловать в мою скромную лавку, о сын мужества. Ты ищешь товары из далекой пусти. У меня ты найдешь... Все, что хочешь. Ты торгуешь артефактами? Что за странный вопрос? Разве ты не знаешь, куда попал? Здесь собираются все охотники за артефактами в стране. Ни в одной части Миртаны не найдешь столько торговцев артефактами и столько ищущих. Так. Покажи мне свой товар. У меня есть все, что пожелаешь, о сын мужества. Так, вот эту давай я хочу. Магический посох. Нет, пока все просто баланс, сделка, закрыть. Так. Если бы это было так просто. А где ты берешь артефакты? Где ты берешь артефакты? Ха-ха-ха, прошу тебя, друг. Плохой я был бы коммерсант, если бы стал раскрывать свои источники. Ты заставляешь своего собственного брата Мазина копать артефакты в заброшенной шахте. Во имя Белиара, как ты это узнал? Бедняга трудится до кровавых мозолей, чтобы ты тут барыши подсчитывал. Не так и громко. Не надо, чтобы все слышали. Я тебе хорошо заплачу, чтоб ты помог. Вот и держи, друг. Орки не должны узнать, что заброшенная шахта на севере еще приносит доход. Если они об этом прознают, то опять захватят шахту. Тогда я разорен. Ты хотел меня удивить? Покажи. Так, ладно. Если бы это было так поздно, и это закончится. Сюда. Пойдем. Из города выйдем. Так, у нас что там? Ассасины 4. Ну-ка, давай-ка посмотрим, как ты будешь справляться с ними. Ну чё ты? Господи, с одним глохом не можешь. Понятно, всё с тобой. Подожди. Мне надо это забвение.
Вот это вот. А вот сейчас, да. Сейчас я... Ха-ха-ха. Да ты смельчак. Ладно, давай, покажи. Ты для меня не проблема. Вау, вот и Мирзо. Еще один, взять все. Моя башка. Ты сва... Ты знаешь. Что это было? Ну и ладно, не очень-то мне и твоя торговля-то нужна. С тобой мы разобрались. Убери оружие. Я убрал. Развонялся там. Ну все, здесь я тебе сделал, помог. Мирзо получил свое. Ничего себе! Я за это дорого заплачу. Ой, нужны мне. Так, мне тут надо учителей найти. Тут они много должно быть их. Лучше бы ты не встревал. Все, они торгуют. Ну и ладно. Кстати, вот видите, он поднимает. У короля есть такой валун. Здесь есть такой валун. Поднимаешь, плюс 5 к силе. Так, это орк, это шаман. Так, минутку. Мне нужна сила. Да неужели? Не зли меня, Мога. Неси силу, иначе тебе не сдобровать. А я ее уже собрал. И не вздумай притащить мне необработанные куски. Держи, 5 кусков серы. Хорошо. Вот тебе целебное снадобье. Покажи мне свои товары лучше. Ну давай, вот это я возьму. Превращение меня твои не интересует. Так. Надо от барахла избавляться тоже потихонечку. Эй, ты чего хочешь? Хочу поговорить с тобой. Проклятье! Что, опять слишком медленно? Да когда же вы наконец поймете, идиоты? Мне нужно время, чтобы обслужить весь отряд. Ты маг огня. Был когда-то. А теперь я повар и стряпаю для прожорливой солдатни. Теперь скажи еще, что ты тоже из их числа. Я вижу, ты все еще носишь свою мантию. Да, в надежде, что этот кошмар скоро закончится, и мы, люди, вновь станем свободными. Хотя ты сейчас и повар, ты можешь научить меня искусству магии? Ладно. Расскажи... О древней магии. Магу огня не положено ругаться. Я растерял все хорошие манеры. Все, чего я хочу, так это покоя. С таким настроем ты в этом городе далеко не уйдешь. Что может быть хуже, чем работать здесь поваром? Только смерть? Я не боюсь смерти. Я буду драться, если понадобится. И в Гельдер немного таких, кто думает так же, как я. Расскажи мне подробнее о наемниках. Наемники работают за золото. За золото орков или за деньги людей, им это безразлично. Вот, собственно, и все, что нужно знать об этих продажных типах.
Один из них даже убивал собственных людей за золото. Какой же наемник убивает здесь своих людей? Его зовут Иван. Он все время пререкается с орками. Он скорее безбожный бандит, чем наемник. Сейчас Иван со своими бойцами охраняет шахту на севере Гельдерна. Понятно, надо будет посмотреть так. Что я должен сделать, чтобы ты сподвиг людей на борьбу с орками? Я должен узнать, не прячут ли шаманы в своем храме один из огненных кубков. Не думаю, что это так, но тем не менее из-за этой мысли я не сплю ночами. Поговори с Гроком, верховным шаманом, и удостоверься в том, что у них нет огненного кубка. Только тогда я помогу тебе сподвигнуть людей на мятеж. Где остальные маги огня? Они ведут поиски 12 огненных кубков, да, 12, в, древнем, я думал, 6 их. В древнем монастыре в Нордморе. Они надеются с их помощью вернуть паладинам их магические способности. Эти кубки нужно найти. Монастырю нужен каждый из них в отдельности, понимаешь? Кстати, если соберете, да, все кубки, то паладинам это раздать их можно, и они будут силу обретать. Где мне найти огненный кубок? Мои исследования и по результатам моих исследований один из кубков... В шахте я уже здесь забрал. Одна, на храм Гельдерна. Понимаю. На храм Гельдерна. Тут что-то об алхимии. Стоять. Это что было? Подождите, давайте-ка посмотрим. Вот они, огненные кубки. Нет. Блин. Это у нас что? Древнее знание. Блинский. Понятно. С ихним шаманом, значит, поговорить. Где? Вот шаман. Проклятие! Никаких глупостей, ясно. Что случилось? Что случилось? А как я тогда узнаю? Ладно, идем сюда. Смотрим, кто в теремочке живет. Зачем ты меня будешь? Если они послали тебя сказать мне, чтобы дело шло быстрее... Что ты сказал? Нет, ничего. Я думал, что ты пришел, чтобы потребовать следующую партию для орков. А партию чего? Что ты поставляешь оркам? Я алхимик, как не напитки. Понятно, напитки. Я хочу... Вот ты еще к этому не готов. Изготовление яда. Блин, это мне получается сначала надо у ассасинов яд, что ли? Ты знаешь раба по имени Хамиль? Нет, его я не знаю. Ну-ну. Ну хорошо, признаю, я знаю этого парня. Он работает на меня. Ты посылаешь раба ходить для тебя воровать? Он делает это не только для меня. Насколько понятно. Мне известно, он сам приторговывает краденым. Понятно. Покажи мне, как защитить себя от яда. Яд – дело плохое. Ты должен позаботиться о том, чтобы твой организм как можно быстрее разложил яд. Непрерывно двигайся и больше потей. Понятно. А ты напитки и мне... не только. Есть. Ну давай. Покажи мне свой товар. Ну давай, вот эту я возьму. Я почему их собираю? Потому что чтобы мне потом не собирать их. А тебе знаешь, что дам, кстати? Ну, а вот это я тебе дам. Вот. Что еще можно, да, надавать тебе? Посох защиты. Пока один оставлю.
Тяжелая ветка, копье, копье. 70. Ну так, смотрите, урон от клинка 70 плюс 10, то 80, неплохо. Мы это продам. Господи. Баланс, сделка. Закрыть. И вот теперь сейчас может, ну-ка. А ты не боишься, что орки прищемят вам хвост? Тебе и Хамилю? Нет, оркам я здесь нужен. Хамиль единственный, кому есть чего бояться. Он лишний. Ну понятно. Блин, он может меня выучить, но сначала яд. Яд у ассасинов выучить, блин. Зачем ты меня будешь? Добро пожаловать в Гельдерн, чужак. Ты торговец? Верно. Понятно. Покажи мне свои товары. Покажи. Тебе знаешь, что дам? На. То ли вот этот двуручный меч тебе тоже на. Меч правосудия. И вот этот тут лук. Баланс, сделка, закрыть. Что тебе известно об артефактах в этом городе? В крепости на южной окраине города, которых нет, особо ценные экземпляры. Понятно. Какие артефакты тебя особенно интересуют? Какие артефакты? Говорят, здесь в Гельдерне спрятаны 7 древних колец алхимик. Эти штуковины стоят на чём. Понятно. Я очень хотел бы иметь у себя. Ты говоришь, как человек, знающий толк в воровском ремесле. Я знаю многих воров. Когда торгуешь артефактами, это неизбежно. Разбирайся в этих вещах. Я слышал, что Ларос, один из величайших воров Миртаны, сейчас в городе. Я знаю Лароса. Могу тебе... Правда? Дружище, я готов... Попробую что-нибудь сделать. Так, ладно. Так, ты стой пока здесь. Зачем ты меня разбудил? Что это было? Блин. Где эта скотина? Пока. Так, ну я так думаю, что кольца либо разбросаны где-то. Ладно, сильно усердные рабы пока стоят. У меня, кстати, что с доверием? Орки, повстанцы, ассасины. С Иваном надо разобраться. Проклятие! Что такое? Что это за храм? В этих залах находится резиденция верховного сановника шаманов. Отсюда наш вождь Грок управляет Гельдерном, древним городом алхимиков. Понятно. А ты кто? Я не мрак, я забочусь о нуждах шаманов. Встречая их, относись к ним с величайшим почтением. Понятно. Надеюсь, мы друг друга поняли. Я вообще понятливый. Аксардос. Много жизней, чтобы быть носителем его власти. Ну да, собственно говоря, он... Мы ищем артефакты. Все остальные сейчас не важно, понятно. Ну это... Я хочу поступить на... Ну, парень, ты крепкий. На окрестных рудниках ты сможешь. Может быть, ты хороший в бою. Тогда тебе найдется место среди наемников или гладиаторов. Шаманы приняли.
Понятно. Какие у шаманов нужды? А какие у шаманов нужды? Мы добываем для них золото, серу, артефакты и другие полезные ископаемые. Рудники должны приносить доход. Это моя задача. Я хочу на... Вообще-то, самое большое, что я позволю вам, так это поднести мне кусок мяса. Но думаю, для бойца у меня занятие найдется. Давай. Мне нужен новый посыльный. Что стало с твоим последним посыльным? Его сожрали ползуны. И что я должен буду делать в качестве твоего посыльного? Будешь от моего имени ходить на рудники, выяснять, куда... И относить их мне. А если рудники не приносят доходов, то ты сделаешь так, чтобы они их опять приносили. Проще просто. Хорошо, я... Тогда давай начинай работать и... Что тебе нужно с серного рудника? Это ленивая сволочь в серном руднике. 30 кусков и достань. Что мне делать с золотыми рудниками? Я уже много дней дожидаюсь, когда мне привезут 5 золотых самородков из рудников на севере. Ступай, как тебе это удастся? Так. Вот, я принес куск. 30, я сказал, ты что, глухой? Ага, так, вот тебе золотые самородки. Вот тебе за... Этого мало. Мне нужно 50. Есть рудники к югу от Гельдерна? Там есть один заброшенный рудник. Но мы там больше не копаем. В нем иссякли запас. Заброшенный рудник все еще приносит доход. Откуда ты знаешь? Ассасин Мирзо добывает свои артефакты именно там. Теперь с этим будет покончено. Я уже много дней дожидаюсь. Я рабу Хамилю украсть артефакт. Где мне искать артефакты для тебя? Многие артефакты мы извлекли из рудника. Но рудник сейчас позаброшен. Стая волков сожрала всех рабов, а заодно и охрану. Найди в рабском квартале несколько усердных рабов. И возобнови работу на руднике. Ну это я, да. Покажут тебе. Пещерных волков больше нет. Давно пора. Надеюсь, рудник скоро... Давай. Так, где мне могу найти артефакты? В этой части Миртаны. Ну что-то не успели освоить все территории. На севере есть древние развалины. На... Иди и посмотри. Так, ладно, давайте начнем потихонечку. Сначала усердные рабы. Что-то я не понял, у меня что-то кто-то в волну вбился. Ха-ха, прикиньте, у меня кто-то перебивает, это кто-то. Охренеть. Со своими рациями. Тебе пора идти. Нам обоим где еще даже пора идти. Что может быть лучше? Подождите, а мне же надо усердных рабов найти. Так, тайна миру торговца-ассасина. Ну-ка, сейчас посмотрим. Я не хочу... Ты, подлец, разболтал оркам про зап... Ты мне за это зап... Я отправлю тебя к Беллеру. Ой. Стой, собака. Сам ты собака. За мной! Oh.
Давай. А я тебе помогу. Давай, вали его. Я, кстати, у него клинки же забирал. Давай. Элитный воин, это просто орк. Как ты просто орку-то проигрываешь? О, моя башка. Не хотите ли прекратить это? Ладно, вы там занимайтесь. Я, кстати, на север, нет, пошел? Нет, на юг. Блин. Блин. Сера. Давай, ладно, будем добытчиками пока. Ну, наконец-то и ты сюда пожаловал. Так вот ты где, Ларес. Опять промышляешь, ждешь жирную добычу? Да уж, вору не так-то просто избавиться от старых привычек. У меня тут намечается одно большое дело. Готов поспорить, оно и тебя заинтересует. Так. Ты довольно быстро исчез, когда мы приплыли сюда на корабле. Я как только увидел с палубы Эсмеральды нападающих пиратов, тотчас же улизнул. Открытый бой с пиратами — это больше по твоей части. Я предпочитаю держаться в стороне, как тебе известно. Ну да, это было такое. Так, можешь так вот так. Торговец с артефактами Джаред ногу бы себе оторвал, только чтобы познакомиться с тобой. Я слышал о Джареде. Говорят, у него выгодные цены. Думаю, надо наведаться к нему в гости. Наведайся. Так, ладно. Можешь освежить мои воровские навыки? Конечно могу, ты же знаешь. Расскажи мне, что у тебя в воровском промысле-то... О, как взламывать невозможные замки. Научи меня... Замки обычно запираются на несколько оборотов. Ты должен очень хорошо почувствовать, в какую сторону следует повернуть отмычку. И тогда ты сможешь открыть замок. Но имей в виду... Ну, сложнее, да? Я хочу воровского класса. К этому ты еще не готов. А вот это? Покажи мне, как выполнить невозможную карму. Основные принципы ты уже знаешь. Ты правша, так? Значит, твоя правая рука должна постоянно быть в движении. Размахивай ей, это его отвлечет, и ты сумеешь... Понятно. Собираешься избавлять народ от его сбережений? Ладно, я помогу тебе, навыки. Только эксперт может шарить по карманам так, что человек ничего не заметит. Не заметит. Ладно, где здесь... Один богатый ассасинский купец подкинул мне кое-какую работенку. Он говорит, что шаманы выставили в храме 6 очень ценных золотых блюдец. Он жаждет их заполучить и готов... Сколько же тебе принесут золотые блюдца шаманов? Много золота. Мне в этот проклятый храм не войти. Ну, я знаю, что ты вроде как умеешь проворачивать всякие такие дела. Ну, конечно. Принеси мне эти 6 золотых блюдец. Да, так будет по... А кто этот купец, на которого ты работаешь? Богатый ассасин из пустыни. Порядочный зануд, но зато у него много золота. Ясно. Блин. Зачем ты меня будешь? Я поговорил с Ларой. Великий Ларес в моей... Какая да, честь да, имеет. Но не обольщи. Спасибо, приятель. Обещал золото. Так. Как? Барабанные палочки нужны.
случилось? Так, это элитный воин. А кузнеца нету разве у них? Надеюсь, у тебя есть причина будить меня, Морра. Блин, блински. Так, ладно. На север. Там еще где-то шахта должна быть. Ничего не глюкнуло, нет? Так, а кузнечном ремесле? Можно мне взять? Возьми, отнеси, я скоро начну. Так, ладно. А, мне серу надо, да, принести, так, артефакты у серных рабов в волчьей шахте. Так. А я сколько принес? Надо вот такие большие куски серы брать. Да не надо. Ну ладно. Блин, столько мяса. Так. Где... Сера. Сок серый. Блин, еще надо большие куски. Идем. Вот эти маленькие кусочки не нужны. Блин, еще ящерица. Иди. Давай. Где-то еще есть? Мясной жук. Взять? Все. Мне нужно работать. Теперь лучше ступай. Ладно. Сколько смогу добыть? Только не маленькие кусочки. Блин. Ладно. Вот еще кусок серы. Так, где у меня куски серы? Это просто сера. Кусок серы. Ну, 9 штук. Должно хватить. Давай, беги. Блин. Мне еще где-то тут на севере с Иваном надо разобраться. Так. Вот я. Хорошо. Вот. Понятно. Блин, пока не надо сдавать, пока яд не научусь делать. Так. Столько заданий нахапал, блин. Мама, не горюй. Что случилось? Привет. А,
У тебя глаз опытного воина. Нечасто увидишь такой сильный взгляд. И пока ничего нету. Что ты тут делаешь? А, с ним я должен был охотиться. Мне да, это вот Глохов не спрятался. Один друид. Особо упертый экземпляр. Торн. Ты не... Не наглей. Даже если ты хороший боец. Предупреждаю. Я... Ну все. Никто не может победить меня, Мора. Остановись здесь. Пойдем, пойдем. Ага, ты его не хочешь трогать, значит. Вот так вот. Сейчас ты встанешь, я тебе еще расскажу. Зажили были. Только, блин, зря его, наверное, да? Хренахнуто. Сейчас посмотрим. Гунок. Больше ничего нет. Да мне не надо, чтобы в нем ничего нет. Мне надо, чтобы он встал. Что случилось? Я убью Торна для тебя. Пока сам не увижу, не поверю. Так, убей друида Торна. Покажи. Ладно. Так, убей, так. Там спрятался ты. Мне тут сказали, ты нет. Ладно. Где-то тут должен быть Иван. Или кто он там? На севере же должен быть. Он там, наверное. Вот. Здесь я всех убил. Или где-то еще есть. А, там в шахте он. С шахтой что-то связано было. Взять все. Блин, возьми усердных рабов, они тебя доведут. Увели, блин, меня. Взять и меч взять. Деревянный щит. Значит, я не всех убил просто в прошлый раз. Понятно, ладно. Так, кому-то Иван там мешал. В пещере был один усердный раб, может, мне его надо. Так. Ладно. Блин, золото, правда. Я так понимаю, по золотым шахтам мне таскаться надо и копать самому.
А, ты все еще здесь. Я просто думал, ты мертв. Нужно немного отдохнуть. Нужно. На. Вот так. Где тут кто есть? Открываем. Кстати, по прокачке у меня что? Блин, вот это что? Так. А, убийство. Герой может подкрасться противника со спины, убить его одним прицельным ударом. Кто только может меня обучить вот ему. Давайте. Вот так. Всех разом. Так, это у нас что? А здесь я был. Вот здесь волки были, да? Да. Так, волков-то я убил. А вот друид-то где скрывается? Где-то здесь, а где здесь? О! Минутку. А ты что тут один делаешь? То, что ты тут видишь, это все, что осталось от шахты. Наемник Иван, подлая свинья! Тебе нужна помощь? А ты не шутишь? Ты только посмотри вокруг. Мне нужны инструменты. Мне нужны золотые самородки сами по себе. Из горной породы не выскакивай. Иди и поговори с Сэмюэлем, предводителем наемников в Гельдерне. Пусть он пришлет мне новых людей и... Инвентарь. Что у тебя есть? Это я у тебя заберу. Тебе дам. А вот ржавых мечей. Таких вот мечей. Таких мечей дам тебе. Что тебе еще можно дать? По шее могу дать. Ржавый боевой топор дам. Вот. Шипастую дубинку. Блин, столько тебе надавал и всего лишь. А, вот еще можно что тебе дать. На. Ну, баланс. Сделка. Закрыть. Так. Что случилось? Иван, это свинья. Вместо этого он быстренько перебил здесь всех и смылся с добытым золотом. Я заплачу много золота тому... На тот свет наемник Иван мёртв. Да я... За это я не пожалею. Так. Подождите. Тогда получается, что где-то, где Иван был, там еще где-то самородки могут лежать. На, сейчас подойти, посмотреть, сколько самородков я отдам. Потому что неохота мне потом идти вниз в пещеру и там еще хреначить. Потому что сера серии рознь была. Нужны только большие куски. Вот про самородки золотые я не знаю. Пойдет, не пойдет.
Так, ладно. Пойдем наверх. Стой. Тихо. Взять все. Взять все. Вон туда мне, наверное, надо. Что у меня там? Исцеление. На. Носороги. Валим носорогов. Получаем мясо. Взял. Взял. Подождите, а я куда туда ухожу-то куда-то? Да твою мать. А я далеко сохранился-то? Нет, недалеко, где-то перед носорогами. По-моему. Охренеть, так. Ну. Пожалуйста, быстрее давайте. Так. Теперь мы научены. Не. Иди сюда. Тихо, тихо, на. Вот так. И опаньки. Вы не ожидали такого? А я взял да сделал. Я знаю, что здесь. Смотрите, вы здесь ничего не найдете только по одной причине, потому что тут нету ни хрена. А знаете почему? Потому что сюда, как сказать, конец игры, если вы играете за Ксардоса, мы именно вот здесь вот уйдем в другие миры. Оставим все здесь нахрен. Да-да-да. Все. Вот так вот. Ксардоса мы не предадим, потому что будем за Аданоса играть. Кто там? А, за Иноса. То станем сами королем. Да, там у нас Диего, потом это на юге обоснуется. Если за Беляра он у нас казначеем будет. Небольшие такие изменения. Так, берем. Там олени внизу. Ой. Где еще шершень? Так.
А может, я не с той стороны просто смотрю? Ой-ой. Так. О! Все. Обезопасил здесь все. Надо теперь сообщить, что с Иваном покончено. Не, мне кажется, друид тогда с другой стороны будет. Если, конечно, я его не убил. Так. О, пришел. Эх ты, блудный сын. Смотри, конечно, новое тебе. Лицо в моем городе. Работай. Кто ты? Кто ты? Я предводитель наемника. Зовут... Понятно, чем так заняться? Чем можно заняться? Гельдерне. Гельдер. Город рудников город... и собиратель артефактов. Мы наемники. Я должен тебе сказать. Себя оправдывает. Если ты не боишься. Можешь честно. Хорошо подзаработать. Доусону нужна твоя помощь. Он в своей шахте. Что он там опять натворил? Наемник по имени Иван разграбил шахту. Это безбожный сукин сын. Я отправлюсь туда со своим... Понятно. Вот. Ты научишь меня драться? Так, хрен тебе. Я хочу вместе... Приятно слышать. Тогда слушай внимательно. Если идти через северные ворота Гельдена еще на один раз по дороге, то наткнешься на... Пойди туда и посмотри. И будет совсем хорошо, если... Понятно. Я смотрел, не... Теперь шахта безопасна. Хорошо потрудился. Я... Ты очень... Пол... Вот твое жалование. Ты... Так драться не надо. Пока... Если бы это было так просто. Ты, парень, что на... Это я тебе продать не могу. Во всяком случае... Пока не могу. Ты это серьезно? Так, давай, а тебе вот это продам. Как будто мне и без этого проблем не хватает. Вот это продам. Я об этом подумаю. Вот это, наверное, тебе продам. Защита от стрел. Я мог бы ладно, потом. Сказать тебе об этом раньше. Ловкость, ладно. Баланс, сделка. Лучше бы ты не встревал. Не нарывайся здесь, ясно? Откуда тебе меня знать? Я старик и не могу запоминать... Как... Понимаю. Кто ты? Да. Это мне стоит, думаю, был Ренвик, верно. Блин, он да. себе в третьем лице говорит. Ренвик. Что ты тут делаешь? Да. Что, простите? Что ты делаешь здесь? Я вот тут... Это самое... Ну... Нет, забыл. Так. Скажи, ты что, поиздеваться надо мной решил? Поиздеваться... Что? Я что-то напутал? Да, иногда это я. Правда. Ты алхимик. Да, точно. Все. Спасибо, сын мой. Теперь вспомнил. Да, я алхимик. Понятно. Что ты можешь? Ты можешь продать мне напитки? Зелья, говоришь? Да, думаю, да. Я могу тебе помочь, старина? Конечно. Зелье.
Верно. Даже очень мне сильно. Мне нужен один путь. Это редко... очень. Ступай и принь. Ты... Понятно. Обучить? Понимаю. Ты алхимик Ренвик, а я... За царским щавелем. Я принес тебе твой царский щавель. Царский щавель. Это же прекрасно. Теперь я... Теперь ты опять сможешь... Зелье вари, давай. Пока есть два варианта. Смириться с болезнью и... Думаю, ты уже знаешь. А или лекарство. Ты игнорируешь болезнь. И ты Понятно. Понимаешь, что ни одна болезнь... Без твоего согласия. Покажи мне. Давай. Вот так вот. Вот видите, не зря закупался, может где-то что-то я правильно сделал. Кинжал ассасина, ржавый меч, на. Дубина, на. На. О, вот эти. Господи. Баланс, сделка, закрыть. Неплохо. Это я что выучил? Усиление, так, защита сил всех мантий удвоена. Нет, не он. Нет. А где у меня? А, вот она. Сопротивление. Так, герой имеет иммунитет к слабости, иммунитет к любым ядам. Сопротивление жилета потом выучим. Вот это вот, вот так. Тело героя начинает лечить раны даже во время... Не во время отдыха, это я уж не помню где. Ну, тоже может где-то здесь выучиться. Вот тебе золотые самородки. Сколько отдал? Этого мало. Мне нужно пить. 5. Твою мать. Да что такого может случиться? Ты встал тут как будто главный нахрен. Да, у нас немалая проблема. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Мерзо разорен. Это больше, чем нужно. Вот возьми это в качестве награды, так. Ай-яй-яй-яй-яй. Тебе пора идти. Нам обоим еще какая эта штука? Блин, золото здесь достают, нет? Тебе пора идти. Твою мать. Нам вот мучение пора достанется. Я не хочу. Вот мучение-то. Тебе нечего делать. Блин, кому я должен подойти-то? Все заняты-то нахрен. Давай. Надо 5 кусков. И тут 4 сейчас я достану, да? Еще надо. Занимайся лучше своими делами. Блин. Подожди, а не ты ли вот и рабами-то тут распоряжаешься? Так. Так, не то.
золотые блюдца для Лареса, мобилизуй людей. Где-то я его, значит, встречал. Мобильный, так, найди шлем первого паладина. Найди шлем, так, давно уже не был, так, можно появиться в Гельдоне, давно уже там не был несколько. В крепости на южной окраине города есть хранилище. Так, насморк ожидает поставок золота. Так, а почему у меня не идут там? Отдохну немного. Конечно, почему нет? Тебе пора идти. Только заканчивай с этим. Я не понял. Я же знаю, вот здесь вот были усердные рабы. Не мешай мне. Как приятно погреться у огня. Отведи меня к волчьей шахте. Кто такое сказал? Так говорит Нем. Орочий полковник? Похоже, хорошо. Идем. Может, тебе и все равно. Если бы все было... Пойдем. А ты-то куда бежишь? А, ты со мной? Ну, пошли. Так, надо будет тебя потом где-то оставить. Так, там серная руда, блин. Надо где-то еще золото достать. Самородок. Один самородок. Видишь, я тебе всю дорогу расчистил, нахрен. Беги, не хочу. С нами еще вон подкрепление бежит. Элита, не абы кто. Ни хрен собачий. Так. Только где его подобрал, нахрен, не помню. Ладно. Потом надо будет вернуться, как я понимаю, еще рабов, да, натолкать там. Вот. Тогда бери Кайлоев. Это место еще может принести. Да разве я справлюсь с рудой? Погоди, я найду тебя. Так, еще вот, вот сейчас вот за коллегами бежать. Подождите, вот здесь есть золото. Ну-ка. И на. А, здесь я уже взял, да? Ничего. Так, пойдем наверх, посмотрим, как там дела. Блин, даже не знаю, там у Ивана копаться нет. Там уже... Ух ты, ни хрена тут сколько уже вас. Ты науч... Так. Вау, золотой самородок, о!
Это если я не умею вдруг копать, да? Так, Иван. Хер стакан. Ладно. Нет, 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 нет. Мне надо. Где ты, молоко? На. Пошли. Хорошо. Хорошо. Господи, ты бы так не говорил лучше. Так, они там вечером в основном, да? Никого не пропустить. Нет проблем, я. Так. Сначала здесь. Блин, так. А если я... Тогда мне придется убедить. Тебя с помощью силы. Уже иду вот так вот. Все. Вот и еще одна миссия прям сделана. Так, а вот и где ассасин-то его там? Захреначить или как? Иван мертв. Хорошо. Я продолжу сражаться на арене. Честь и сила, Морра. Лучше бы ты уладил это сам. Так, а у тебя были проблемы с ним, нет? У тебя не было с ним проблем. Лучше бы ты не встревал. Да, у нас серьезная проблема. Ни хрена. Вот тебе золотые. Хорошо. Вот. Так. На волчьем руднике воз. Что ж, посмотрим. Хорошие. Так, что у меня остались? Принеси артефакт с развалин на севере. Где я могу найти артефакты? Так, вокруг можно найти много. Мы пока еще не успели. Так, на севере есть древние развалины. На выступе скалы. Ну, давай. Так, север там? Север там. На выступе скалы, значит. Развалины. Хорошо. Будем смотреть тогда, что. Где он? Правда, я тут нигде не видел развалин. О! Это я вам тут расчистил. Так, ну это пещера. Ну это же не развалины. Опа, золотой самородочек. А я на всякий случай возьму, мало ли мне вдруг у ассасинов пригодится еще она. Самородочек.
Вот это само камни простые, блин. Темно. Старая каменная табличка. Как я ее в прошлый раз не заметил. Так, свинья. Нет, тут ничего такого нету, да? Вот самородки только видны. Тебе пора идти. Сколько грамма? Я не хочу неприятностей. Мне нужно работать. Из чего ты хочешь, Морра? Хочешь, мухоморра? Шутник. Ни хрена не видно, блин, факел. Ну как, кстати, факел, у меня факелов-то до хера. Где у меня факелы? У меня и факелы, и факт, и все для вас. Факел. Вот он. Мора, хочешь мухомора, значит, да? Ладно. Шутник. Пойдем искать развалины. А, вот они развалины. Ну да, есть такие. А что мне тут надо-то в развалинах? Артефакт. О, подождите, пещерка. Ну, я так уверен, что мне пещерку-то, может, и не надо, да? Что тут? Не надо тут колдовать. Вот кто у нас? Никого. Славненько. Пойдем смотреть. Блин. Ну-ка давай сюда тогда. Ты у меня не ныряешь. Кто у меня там? Ну-ка, смотрим. Превращение. Превращение. Призыв животных. Так, шершня, падальщика, глоха, волка, вепря. А должен в кого превратиться? Шныга какого-нибудь.
Да я уверен, что надо превращаться, тут нахрен туда лезть. Оки 27. Так, ладно. Что у меня там еще есть? 7 древних колец, тайна Мирзо, торговца ассасина. Провалены. Так. Гунок линии ворг. Блин, ну как у тебя? Подожди. Ни хрена, он сказал на выступе. Ну-ка, давай-ка посмотрим. Я, конечно, могу ошибаться. Только как, может, на том выступе? Сейчас посмотрим. Развалины. Там вроде пока ничего не вижу. Мы вообще про одну сторону говорим, или где-то ты меня куда-то отправляешь в другую? Видит, тут развалины еще одни какие-нибудь. Так, что-то, блин, я так думаю, что это поди не та гора, может, не та. Ну, блин, вот факт то, что не та, это точно, потому что раз здесь нет развалин. Не упади нахрен нигде. Так, тут у нас Иван был. Кстати, он там наверху. Иван же с собой что-то утаскивал. Может, я это возьму? Что-то утащить-то утащил, только где вот он? Пойдем тогда туда посмотрим. Ой, его мать, где тут еще развалины есть? Так. Вон на той могут быть. А, нет. Вон там. А как мне туда попасть? Сейчас давайте посмотрим, как я туда попаду. Тролли.
Так, так, так. И здесь я был. О, подождите, вроде посюда, да, можно подняться? Идем. Там-то я не смог бы подняться, я, раз мы оттуда только что прошли. Вот, развалины. На север же. Так, и тут надо найти. Скипетр призраков. А вот это что ли был артефакт? Господи. А как вы, волки, с варгом-то связались? Так, ладно, я все взял. Блин, там еще один волк. Ладно, живи. Стой. Вот, я нашел этот скипетр в древних развалинах на севере. Хм. Похоже, не очень цен. Хорошая работа. Теперь мне больше не придется никого посылать на развалины. Хорошо. Теперь пропусти меня. Ты уже много сделал для Гельдера. Теперь тебе можно к нему. Так, ладно. С этим мы пока по времени. А, Торна надо убить же, блин. Господи, я как раз там и появился, где надо. Он где-то там. Сюда. Там, по-моему. Пойдем, пойдем. Вояка. Ага, это вот ассасин здесь, да, работал? Ну, надо посмотреть, что с ним стало. У меня же все-таки миссия-то пока не закрыта у него. Воин, раб, раб. Пойдем, ищем. Ассасина. Вот он. Я много потрудился в этой жизни. Теперь я хочу спать. Твоего брата зовут Мирзо. Вижу, ты уже имел удовольствие с ним познакомиться. Тогда ты знаешь, что будет, если ты станешь мне надоедать. Ой. Все, миссия закрыта. Пойдем. Не зря с тобой сходили. Ну-ка, репутация орков. Ну, блин, 27 все еще. Пойдем. Друидом тебя отведу. Ты будешь мне, кстати, помогать гасить его? Как сделать так, чтобы идти? Повстанцев там поднять, все вот это. У друида. Так. Восстановление маны. Темный маг. Маг воды, маг огня. Так, друиды меня тому не могут научить. А вот это, ну, я думаю, навряд ли это у друидов.
Я думаю, это потом у этих можно научиться. Друиды — это вообще побочное задание. Не тот эффект. Ты идешь со мной? Да. Где твоя большая секира-то, на? Ты больше не встанешь. Господи, завалил еле-еле, с придячим паром еще хвастаться нахрен. Элита, блин. Вот он. Ну, готовься. Сейчас мы будем хреначить здесь. Да твою мать! Сделано. Так. Тихо. Может быть, прекратите? В следующий раз. Тихо, тихо, тварь. Кончу. Прекратить немедленно. Советую тебе больше не связываться со мной. И даже золота нет. Раз ты так легко не отделаешься. Мы еще поговорим. Проклятие. Больно-то как. Проклятие. Больно-то как. Может, хватит? Ни хрена у там. О, я тебе покажу. Моя голова. Так. Ну и в следующий раз я тебя прикончу. Так, подожди. Так. Блин, глюкнул, да? Мразь.
Охренеть. Ни хрена ты багнутый. Так, ладно. Ни хрена ты чё там близко ко мне подошел? Мне кажется, его там нету. Он где-то перед ним стоит. Так, ладно. Блин. Поздно, я уже подкрепился. Тихо. Ой-ой-ой. На. Все, блин. Твою мать. Тебе голову откручу. А! 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 Да. Все, глюкнутого тоже убили. На. Понятно. Теперь, если призываешь одного, значит, вот автоматически. Алебарда. А что у тебя тут есть? Взять все, все невозможные замки, невозможные кражи умею. Убийство только, блин, по убийствам там обучать будет. Хлеб, яблоко, каша, хлеб.
Да. Это, по-моему, если друидов не убивать, они, по-моему, дают, да, яйцо там этого притащить. Ну, блин, тогда за друидов восстание сделать, это ну, слишком просто, слишком легко. Нету, да, ничего. Да. Так. Друид Торн. Отлично. Вот тебе пара мо... Убирайся, вот ты ленивая. Ты ленивая свинья. Не... Может, тебе стоило лучше бы самому пошевелиться немножко? Что? Я... Никто не может победить меня, Мора. Остановись здесь. Блин, еще и с тобой сейчас драться, что ли? О, репутация 31, смотрите-ка. Сильно хочешь, да, меня? Ну попробуй, укуси. Больше ничего нет. Так, это стрелец. Стрелец я еще не был. Будем смотреть, что в стрелеце у нас. Больше ничего нет. Так, давай. Дай пройти. Ты можешь. Конечно, я могу войти. Еще бы вас бы не спрашивал. Шаман. Шаман, шаман, ни хрена себе. Золотое блюдце, золотое блюдце. Это вот эти мне надо золотые блюдца-то украсть. Я это уже знаю. Так. Теперь здесь смотрим. Подарив ему часть своей магической силы, чтобы противостоять деяниям Белиара. И этой силой был огонь. Огонь, который можно контролировать. Золотой кубок. Меня это не интересует. Неинтересно. Так, где еще золотые блюдца есть? Давайте посчитаем, сколько их тут. Раз. Это она? Ну, должна быть она, да, два. А надо сколько их? Семь древних колец, найди шлем, золотые блюдца для Лариса. Шесть. А их только два пока, да, нашел? Три. Ну, это когда спят, надо, видите? Охренеть. Четыре. А здесь что у нас?
Вот здесь вот я их выманивал тогда и гасил по одному. Связки оружия. Угу. Придется тут мне немного похитрить. Но тем не менее, я только три нашел. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Если я просто открою сундук, ничего не будет. Закрыть мне вот это не надо. Закрыть. Закрыть. Шаманы. О, мать, какую-то усыпляющую магию мне, что ли, тут. Так, здесь я был. Кстати, эти светы инуса, там все там продать, поди. Так, раз блюдо. Два блюда. Три блюда. Еще где-то три должно же быть. Давай. Свои грязные руки. Ой. Остановись здесь. А, ни хрена себе. Еще и напали на меня так. Так, а если я шамана на шамана натравлю, они же маги все друг друга поубивают? Ну, по идее, это так-то в теории. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Где у нас тут? Этот бой не затянется. Так, ладно, подожди. На шаманов это не действует. На простых жорков должно это действовать. Им не надо, чтобы его убили магией. Магия, потому что он убить должен. Блин. Давай. Бейся счастью. Вот куда на трон пошел? Так, серебряный кубок. Блин, ничего хорошего, ладно. А? Говори, что тебе нужно, и уходи. У меня мало времени. Расскажи.
А древней магии нет. Что ты знаешь о Ксардосе? Пока он сидит, наши лучшие воины. И пока что ни один он ищет, мы не обнаружили. Больше мне нет. Понятно. Что у тебя есть что-нибудь для меня? Нам доложили, что в окрестностях находится друид. Говорят, даже самый могущественный друид Рунак. Здесь. Его зовут Рунак. Мне надо побольше. С друидом на юге покончено. Одной проблемой меньше. Хорошая новость. Друид Рунак на севере мертв. Прекрасно. Вот. Что именно вы хотите от них? Необычайные способности друидов для нас пока что великая тайна. Мы знаем лишь, что они занимаются изучением разных видов животных. Эти знания нам необходимо побольше разузнать. Понятно. Как дела с... Видишь, каким трудом продвигаются наши раскопки. Страны только... Мы выгребаем кучу из окрестных штурин, но немного из этого стоит дороже. Дают на рынке. Маги огня ищут древние артефакты, огненные которые кубки. Они называют огненными кубками. Я уже слышал об этом. Надеюсь, они еще нашли не все кубки. Я бы предпочел, чтобы кубки были, да. Болок продолжает выполнять свое задание — искать друидов. Хорошо! Ему уже давно... Гунок и его отряд по поиску друидов, похоже, вовсе и не покидали город. Что ты говоришь? Ну да. Вот! Так. Где вы ищете божественные артефакты? Это не... Мы обыскиваем каждый храм древнего народа. Ну, а если хочешь узнать точно, мы следуем всем указаниям и ссылкам из старых рукописей и легенд. Понятно, вот мне карту дали, получается, что ты знаешь о божественных артефактах. Что ты знаешь о божественных артефактах? Смысл, сокрытый в божественных артефактах, нам, шаману, единственный, кто, похоже, сам знает, Ксардос знает только об этом. Вот я принес камень друидов Рунака. Это то, что я искал. В камне заключены тайны силы друида. Теперь мы сможем лучше защитить. Молодец, Мора. Итак, ты ступай и отыщи все окна. Понятно, все надо. Ну-ка, что у меня появилось? Репутация орки 33. А огненных кубков у меня, как было их, есть, да? Так я остался, нахрен. Так. Он у меня забрал... Ага. Понятно, что он у меня забрал. Огненный шар получен. Нахрен мне твой огненный шар. Так, что у меня с картой? Вот, орочья карта. Раз, два. Ага. Это где-то вот здесь вот. Вот она. Ну, Трелису мы пока еще не пришли. Ты что, пытался ограбить? Да, блин. Ночью надо, когда спят все. Зашли без стука, почти без звука. Ударили дубинкой из бамбука. Тюк, и нету кука. Высоцкий, да. Почему аборигены съели кука? Так, ладно. У меня жажда крови. Захреначим. Отвлекем маленько внимание.
Это вас так много, ребята. Ты действительно считаешь, что сможешь победить меня? Стой, где стоишь, Морг. Эй, остановись. Драка! Ударил в точку. Вот еще одна. Раз, два, три. Вперед. Четыре, где-то тут пять и шесть должно быть. Да. Так, а здесь что? Больше не лезь ко мне. У Мора и Зола никаких глупостей, ясно? Теперь это мое оружие. Прикасаться, Морра. Даже золота нет. Бесполезно. Нельзя вам носить оружие. Ну-ка, ну-ка. Вам, Морра. Голова. На. Ты действительно считаешь, что сможешь... Эй, берегись! Давай. Ты что... Голова! Пытался ограбить Драка. Меня, Морга! Врежь ему! Остановись здесь! Ни хрена! Ой-ой-ой-ой-ой! Надо, где эти все блюдца нахрен находятся? Скоро готовить надо будет уже. Ладно, давай. Блинский. Ладно, мне пока. Я был в храме. Ну что? Я не видел там никак. Это очень успокаивает меня. Да хранит тебя Ин. Если ты атакуешь орков в этом городе, то мы будем драться на твоей стороне. То есть, блин, я надо было сначала там еще сделать. Безбожный наемник. Я нашел его на севере. Понятно. Слава и... Этот прохиндей мог... Вот, возьми напитки. Блин, надо было, значит, сначала сходить в храм, поговорить, а потом, ну, хотя, если бы я не убил бы, может быть. Так, что у меня осталось? Так. А вот здесь наверху мы были. Блин, блинский. Так. Это со своими руками ушел. Левой, правой рукой.
Ясно. Прекрати колдовать! Ну покажи, чего ты стоишь, урока! Мне нужен подходящий, мне нужен подходящий ключ. А у кого он может быть? Точку. Стой, шелудил! Я тебе покажу. Я тебя на куски порву. Мне что, каждый раз от тебя убегать? Остановись здесь. На. Чтоб никого не зацепить. Ничего. Здесь как дела продвигаются? Вперед! И даже золота нет. Ну давай, просыпайся, Гуна. Мы еще поквитаемся. Поквитаемся. Так, надо поспать, поди дойти. Моя черепушка. Нет. А сколько времени у нас? Спать до... А тут есть кровать? Подожди, если я тут лягу, они где лягут? А потом ночью сюда прийти. Все, ладно. Где тут ближайшая избушка с кроватью? Твою мать. Не можете кровати приобрести. Спать до полудня, до следующего вечера, до полуночи. Так. Так, давайте потихонечку. Что тебе здесь нужно? Проклятье, Мурра, что это? Так. Блин. Ну давайте. Главное, на них он не отвлекается. Где еще есть? Блин, забыл. Раз, два. Вот. Да вот же. А где остальные? Ну-ка, подождите. А, так, 7 древних колец, найдите шлем, так. Золотые блюда для Ларса. Шесть. На
Надеюсь, у тебя есть причина будить меня, Морра. Так, если их здесь нет. Почему здесь-то у тебя? Что сможешь победить меня? Осторожно! Ты что? Ударил меня? Пусть они пока повоюют. Еще! Еще давай! Вперед! Еще. Пока ничего не нахожу, чтобы на блюдце могло походить. Надо узнать, где. Вот они два. Да. Так. Еще, еще давай. Где у нас страх, страх? Вот он. Да. Так. Что-то не очень, да, оно? Блин, еще одну надо вот эту вот утащить и все. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Что ты без никто? Все, тебя разоружили. Проклятие, Морра, что это? Голова. Прекрати использовать магию. Никто не может победить меня, Морра. Блин. Значит, не надо не близко, значит, надо как-нибудь отвлеченно. Или издалека. Ладно, будем пробовать. Прекрати колдовать. Ну, все, все. Блин. Ты то не хочешь свалить отсюда? Морра, что это? Эй, берегись! Ты что?
ударил меня. Так. Интересно, я смогу вот так вот? Ты что, пытался ограбить? Блин, не... Слишком, да, очевидно? А если я на него сон накладу? Наложу сон. Те пока там дерутся. Кстати, сейчас уже могут не драться, наверное. Посмотрим. Ты что? Блин. Ни хрена, он демона вызвал сразу, что ли? Ну что, у него магия-то мощь? Мне до этого расти надо было, он хераки вызвал. Ладно. Смотрим, как еще можно. Забвение, ослабление. Яд. О, туман, ну-ка. Этот бой не затянется. Я тебя на куски порву. Ни хрена, ни хрена. Не, надо все-таки что-то делать. Внимание отвлекать, не знаю там. Красться сзади. Ну давай. Уходи. Найди твою мать. Дождались. Проклятие, у тебя есть причина будить меня, Морра? Так, давай. Блин, вообще не то. Ну покажи, чего ты стоишь, мой. Остановись здесь. О, еще давай. Ага, нифига. Туман нет. Демона надо вызвать. Пусть они с ним пока борются. С демоном. Так опять же надо вызвать нахрен. Вот так, чтобы это... Жалко, что у меня сна нету. Не выучил еще. А, подождите, не выучил. Во. Все. Вот и все. Усыпил. Давай, просыпайся. Фу, блин. Вот я и хреначился-то весь. У
Где ты, жулик? Зачем ты меня будешь? Пошел ты в жопу. Мне не ты нужен. Вот шесть. Видишь? Вот твоя доля. Надеюсь, у нас больше не будет... Неприятности. Что теперь дальше? Что теперь? Когда управлюсь здесь со всеми, как только они услышат, что золотые блюдцы... Я думаю, ты больше не... Глупости, друг мой. Я тоже сейчас буду сваливать потихонечку, потом приду только вот к этому человечку. Так, что у меня с тем ассасином? Что он со мной не торгует? Зачем ты меня разбудил? За хлебом. Надо сваливать отсюда. Мы хоть туда бежим? Туда, в трейлис. Здесь мы 7 древних колец алхимиков. Я не помню, где это освободить Гельда от орков. Нет, шаман орков хочет все огненные кубки. Так. Я не могу убить его, пока что-то не выучу. Там тоже шаман этот нахрен. Ладно. То есть я могу его убить, но тогда я не выучу. Так, мы идем сюда. Хочу посмотреть, что у нас тут. Так. Ага. А там у нас... Ага. Понятненько. Ладушки, ладушки. Где были у бабушки? На. Вот так. Открыл. Охренеть. Что-то не понял. А как вы ко мне хотите подняться тогда? Ладно. Взять все. Ага, что-то какую-то миссию выполнил. А вышел я внизу. А зашел наверху. Понятно. Сколько оленей, смотрите. Вау, кого-то даже попал на излете. Пойдемте, надо переночевать, да? Два ночи. А я тут хожу, шароеблюсь. Что же это? Еще один. Ты тоже пришел, чтобы досаждать? Проваливай. У нас и так проблем. Вот это. Успокойся, парень, иначе ты меня узнаешь поближе. Ну, давай, подходи.
Расслабься, малец. И я бы тебе это посоветовал. В самом деле. Ух ты, какой злой. Такой слуга, как ты, не должен много болтать. Слуга? Я не слуга. Кого? Орков на раскоп. Да, кого именно? Кого именно? Надзирателя, да. Как его зовут? Я не помню. Эти орки все... Я не верю ни одному. Правда. Там где-то должна лежать еще моя лопата. В самом... Можешь сам посмотреть. Если мне не веришь. А мне какая польза от того, что я найду? Если ты принесешь мне мою лопату... Я скажу тебе, где можно найти много золота. В самом деле? Давай. Я, может, и горячая голова. Но никакой не груб. Посмотрим. Что же это? Твою мать! Олень вонючий. Вот так. Так, покажи мне свой товар. Пока... Ну, ничего интересного. Так. Гоблины уже напали. Уже похреначили. Так, там мне еще ключ где-то надо взять будет. Так, это мне куда идти? О, я в жопу к ним стою как раз к раскопкам. Когда мне вот не заяц нужен. Вот. Или я отсюда пришел? Да нет, я реку не переплывал. Но по ходу дела я здесь был. Ага, на, сундук, который нельзя открыть, да? Господи, так я вообще рядышком был. Пробежался прямо вот по краешку. Ладно. С гоблинами, тем не менее, покончено. У него там тоже атака была отражена. Что я здесь забыл? Не помню. А, я потуда, наверное, бежал, да, когда друида искал. Этот, не друида, кто он там, блин, мага огня. Ладушки, ладушки. Блин, вот так вот, если полноценный злоков, то я еще не проходил ни разу. Так, это мы туда куда придем? В Монтеру. Вот, кстати, давайте с этой стороны глянем. Сколько? Даже здесь я побывал, нахрен, открыл. А за поворот не зашел. Такс. Вот здесь вот нет, разбойники должны быть еще. Ладно, сейчас посмотрим. О. Ты у меня кровью умоешься. Остановись здесь. А, подождите. Затянется. А почему орочий патруль на меня напал? У меня же репутация с орками хорошая.
Не понимаю. Ладно, давайте посмотрим, что у меня там. В голову. Что там дальше у нас? Так. На. Открываем, берем. А, друиды нет? Когда будешь разговаривать... Будь вежлив. Что это за место? Что это за место? Это место пусто. Эта долина была когда-то огромной деревней. Люди приходили сюда отовсюду и восстанавливали... Что здесь произошло? Орки разрушили нашу деревню. И украли все наши, понятно. И один из немногих. Пусть... Мне не интересно так. А сейчас эти орки что сотворили? А где... Они отступили в большие... Все, что от них здесь осталось... Следит за нами. Не... Я же не знаю... Нет, ничего более... Мы уже за ним... Все в порядке. Я готов. Давай. Те, кто на меня напал, по-любому. Еще одним монстром стало меньше. Только мне надо поменять. На огненный шар поменяю. Так, ладно. Давай. Не можешь его победить. Мне нравится. Я благодарю тебя. Держи. Кое-что, пусть... понятно. Так, ты научи меня драться. Научи. Кто? Я странник и учу. Аракас, понятно. Мне. И теперь мы нам больше не меньше. Это кто? Орки такие же. Мы должны уважать друг друга. Ух ты, как заговорил. Кстати, а камень вот этот можно как-то восстановить? Или как-то обмануть можно было бы, за место настоящего камня другое отдать там. Ну, ладно, сейчас узнаем у друида. А, кстати, я куда бегу? Кабдун. Да. И
Идем, сейчас поговорим с друидом. Аданас, да... Да прибудет со мной. Я могу путь. Облегчи, исцели мои раны. Свет Аданас. Так, по-моему, ты здесь самый главный. По-моему, ты... Я не властитель. Мои дети странники. Я хранить свои... Понятно. Расскажи мне что-нибудь о древней магии. Назад. Расскажи мне, что у тебя в алхимии. Назад. Вау. Ты еще не... Аданас, дар... Власть означает... Он сбрасывается просто так. Ты еще не готов. Аданас, дар... Ты еще не готов. Лед и холод. Ты еще не готов к этому. Телекинез надо. Влад. Аданас. Ада. Какое земное творение является... В моем камне друид. Дикого вепря. Как тревожно. Понятно. Я нашел твой камень, друг. Спасибо тебе, чтобы к нему вернулось. Нужно опять зарядить. Ты можешь опять зарядить камень? Могу. Ты вернул. Если так, ты поможешь. Я ну, давай. Очень. Давай. Я принес тебе растение. Не хватает 12 колючий стальник. Ага. Ну-ка, подождите. Это вот этот ряд я выучил. Так, это потом где-то в другом месте учить. 12 растений. А как он выглядит? Блин. Двенадцать штук. Стельника какого-то. Ладно. Колючий стальник. Я бы был признателен, кто бы мне показал, как он выглядит. Я уверен, он должен расти где-то недалеко. Какие-то халявные, да? Блин. Ладно, тогда они, получается, вниз пойдут. Охренеть. Так.
Вот тебе миссия. На. Кто-то наверху? А где я? Ну, как бы да, он вообще-то по идее. Вон там. С той стороны. Взять все. Так. На всякий случай мы потом переплывем еще и там посмотрим. Господи. Пойдем, пойдем. Мне кажется, он только для этого и нужен. Как вы думаете, 12-то собрал? Пойдемте узнавать, что я собрал. Все, блин, тут нет ускорения там, блин, жалко. А в какой, в первой, второй готике то оно, по моему есть, да, зелье ускорения. Ву-у-у, бежит. Ладно, ничего, быстрая селедка там какая-нибудь. Сейчас я так думаю добежать. И на это может быть все. Он за угол не завернул, а там может быть опять что-нибудь массивное. Вы так далеко живете. Подожди, я где вас пробежал-то? Почему я вас не видел? Вы настолько хорошо прячете, что даже у вас... Ну вот, за домом должны где-то вот здесь вот быть. А почему я прошел, вас не заметил? А я с той стороны, да, шел? Если бы это было так просто. Верно. Все-таки так. Так, вот твои остальные. Вот хорошая работа за те услуги. Возьми мой камень друида. Что же такого может случиться? Ну не, зачем твой камень друида? Теории-то. А, стой. О древней магии. Так, назад. Об алхимии. Назад. Заканчивай с этим. Угу. Я даже не хочу об этом слышать. Ладушки. Так, еще раз надо посмотреть, что я хоть выучил. Телекинез. Призыв животных. Приручение, ледяное копье, спать, призыв гоблина. Вот эти вот там учить надо будет. Ну, неплохо. Так. На раскопки.
Это какой-то бешеный, кстати, патруль. Те-то патрули на меня хоть не нападали. Так, должен выйти к раскопкам где-то. Так. Здесь все взять, тут все взять. С этим паром. Ксюша, возьми своего зверя. Ну ладно, все. Что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока. Нет, спасибо.